Привет, ребята, это исследователь. Последний вот ролик я снимал вечером, когда темно, по ребрик. Я сказал, что это старый, он как новый. На самом деле я ошибся. Это были новый по ребрик. Но мысль, которую я хотел донести, она такая же неизменная осталась. Всегда на ремонтах воруют и делают их неправильно. Ребрик, но сейчас я покажу попозже. А сейчас я показываю вам старый типа, который с другой стороны поменяли на новый, а это старый. Ну, увидите по траве, то что трава заросла, явно это не тот, который поменяли. Это старый. Сейчас я пройдусь подальше. Он находится. Ну вот скол небольшой. Все равно он в идеальном состоянии. Влепили его лет 5 назад. Еще он там простоит. Ну, лет 30, наверное. Там, может, и 50. То есть нафиг не нужно такой поребрик менять. Вот видите. Отличное состояние, я бы оценил. Потому что куда потратить деньги, есть куча мест. Например, ну, медицина та же самая, на лечение людей. Но это все нафиг не нужно. Проще менять нормальный поребрик на такой же. В общем-то, в посыле роликов я не ошибся. Вот, вот этот поребрик новый, который я посчитал старым. Ну, практически то же самое. Может быть, даже он быстрее развалится, потому что, ну, хуже, дешевле там цемент со временем используют. Вот одна штучка валяется, ее забыли, сколько она стоит тоже. Наверное, рублей 500. Тоже выкинули, деньги-то народные нахер, ничего не стоит. А тебя за 500 рублей государство в тюряшку засадит. Ну, на этом все, ребят, пока.